Во Владимирской области за сутки 157 человек заразились коронавирусом, на 3 больше, чем накануне. Принципиально суточный прирост не меняется уже 2 недели. Все это время мы топчемся вокруг цифры 160. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе уже 52 454. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир. 51 заболевший за сутки. Вчера прибавка составляла 46. Всего с начала пандемии в областном центре уже 12 169 зараженных. По-прежнему высокой остается смертность от коронавируса. Летальных исходов за выходные 27, 12 в субботу и 15 в воскресенье. На утро понедельника зафиксировано еще 10 смертей. Общее количество погибших от новой заразы уже 1899. И число выздоровевших 7-й день больше числа заболевших. Сегодня 161 против 157. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 48 519.